В 2018 году комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняется 100 лет. Они были созданы 14 января 1918 года декретом Совета народных комиссаров. И спустя век эти органы координируют всю работу с трудными подростками и неблагополучными семьями. В администрации Ленинского района прошло награждение тех, кто занимается этим непростым делом. В задачу комиссии входит предупреждение беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, которые способствуют этому. В зале администрации собрались те, кто на протяжении последних лет работает в данном направлении. С приветственным словом к ним обратился глава муниципалитета Олег Хромов. Вы все здесь, являясь вот такой большой командой, делаете такое непростое дело, которое... Где-то недоделали родители, где-то недоделали педагоги, где-то недосмотрели мы в целом. И за это я хотел бы вам выразить огромную благодарность, признательность за вашу такую непростую общественную работу. В состав комиссии входят представители администрации Ленинского района и правоохранительных органов, общественных организаций и учреждений здравоохранения, педагоги и социальные работники. В нашем районе, в одном из первых в Московской области, был создан отдел по защите прав несовершеннолетних, то есть вот то ядро профессиональных сотрудников, которые обеспечивают работу комиссии. В районе в нашем взаимодействие было налажено изначально и с правоохранительным блоком, и со всеми другими службами. Это, конечно, помогает решать проблемы. Особо стоит отметить, что награждение одного из членов комиссии, Алексея Черномырдина, совпало с личным праздником. Знаком главы Ленинского муниципального района за личный вклад в развитие района награждается Черномырдин Алексей Николаевич. Поздравляю вас. И я, насколько помню, у Алексея Николаевича сегодня день рождения. Отлично. Ленинский район является одним из лидеров Подмосковья по жилищному строительству. Несмотря на то, что количество жителей района неуклонно растет, члены комиссии отмечают положительную тенденцию в сфере защиты прав несовершеннолетних. У нас сейчас за последние годы значительно сократилась детская преступность в нашем Ленинском районе. Благодаря службам системы профилактики и грамотной работе у нас идет снижение. Буквально каждый день со всеми службами поддерживается постоянный контакт. Если поступает сигнал о наличии беды в какой-либо семье, подключаются сразу все службы. И социальная защита, и медицина, и образование. И в первую очередь у нас всегда полиция. Выходит и соцзащита. Сегодня комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не только координирует работу ответственных служб. Этот орган самостоятельно может оказывать необходимую помощь подросткам. Благодаря нашей администрации комиссии был выделен определенный фонд денежный, из которого мы могли оказывать помощь, например, нуждающимся очень, не без всяких проволочек, купить ребенку, например, форму, в отдельных случаях, может быть, необходимую мебель, провести своевременное обследование этого ребенка, направить его на оздоровление. Более 20 человек в этот день получили награды главы района и памятные подарки.